Террашилд – это смесь эфирных масел, это репеллент от мошек, комаров, блох, клещей. Прекрасно справляется со всеми кровососущими. Эта смесь эфирных масел безопасна как для детей, так и для взрослых. Наносится на кожу буквально в чистом виде, потому что здесь он уже разведен с кокосовым фракционным маслом. Можно использовать как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Теперь давайте попробуем открыть этот спрей и посмотреть, как он будет брызгать. Кокосовое фракционное масло в составе, оно очень тонкое, нежное, быстро впитывается, ложится на кожу приятно. То есть вы нанесли, буквально 2 минутки подождали, оно очень быстро впитывается. И оно не имеет запаха само по себе, то есть здесь вы чувствуете только запах эфирных масел. Очень приятный запах. Честно сказать, мне не совсем понятно, почему не нравится комарам этот запах. По мне, так это очень приятный запах, прям вот настолько приятно, знаете, пахнет травой, каким-то лесом, какой-то пряностью тоже, потому что тут еще дикий апельсин есть, и он, конечно, нотку цитрусового тоже вносит. Вообще, вы знаете о том, что эфирные масла не только физически воздействуют на человека, но и на эмоциональный уровень. Тем самым вот смесь TerraShield, она защищает собственные границы человека от внешних воздействия, внешних как бы опасностей. Те, кто пытается нарушить ваши границы, вот TerraShield помогает вам как бы сохранить свои собственные. И таким образом вот эта смесь позволяет человеку стать более уверенным в себе и сохранить свои собственные границы, не распыляя их вовне. Поэтому смесь придает уверенность и храбрость постоять за себя, за свои поступки. То есть эта смесь позволяет себя чувствовать более безопасно, сохранить свои собственные границы, позволяет быть более уверенным в себе –